Доброе утро, страна! До свидания, планета! Кому не знакома песенка эта? А мы все сидим здесь и ждем. Мы все здесь преем, мы изнемогаем. Мы, блядь, ничего уже не предлагаем. Все потому, что прикол. Прикол, он должен быть тебе, пацан. И выхода другого нету. Лишь кроме как нести прикол в планету. Краса моей долины злачна, отрада осени золотой, продолговатый и прозрачный, как персты девы молодой. Девочка, как ты здесь? Как ты здесь меня отдыхаешь, молодая? На фафей водички немного. Всем здрасте, канал Дрон Медиа, пацаны. Сейчас мы находимся в городе Прага, вот. И сегодня на сходке нашей конторы мы разыграем данную литературу среди подписчиков. Вот они сидят, города Прага. Сегодня традиционная будет для нас, для наших мероприятий дисциплина «Камень-ножницы-бумага». Сегодня Соня попробует у нас выиграть данную книгу «Камень-ножницы-бумага». Значит, правила следующие. Сегодня у нас, так как участник всего один конкурса, поэтому немножко упрощенный вариант. Турнира не будет, играем до 3 побед. Если ей удастся выиграть 3 раза, то она забирает данную книгу. Че, пошел? «Камень-ножницы-бумага». Итак, первая победа уже имеется. Давай дальше. Отлично, вторая победа. Левая рука тупая, да? Не получается, да, играем дальше. Отлично, итак, я тебя поздравляю. Данная книга будет тебе напоминать о всем хорошем, что имеется у нас в жизни. Вот. Вы тоже сможете выиграть данную литературу, если будете посещать наши мероприятия. С вами был пацан, всем до свидания. С Новым годом, молоденькая. Но знаешь, кто это зверь? Знаешь, кто за зверь? Это мышь, да. Знаешь, кто за зверь? Это вот она, моя маленькая. Все, можно выключить. И еще, высота самая высокая. Давай еще раз. Мой хуй пророс сквозь терни, сквозь стебли. Сука, он пророс, блядь. И еще. Высота самой высокой из стопки блинов составила 82 сантиметра. Ее соорудили в честь празднования Масленицы сотрудники телеканала Food Network UK. Сам процесс приготовления занял 13 часов. Было потрачено 253 яйца, 5 килограмм муки, 15 литров молока. Стопка состояла из 725 блинчиков. Рекорд зафиксирован 9 марта 2013 года. Я пойду в лес отстоять свой интерес. Я буду в леса, я буду там всех спасать. Снаружи